Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан и Хами. Мы начинаем играть в такую игру, как АПБ Reload. Reload. В общем, АПБ. Это такая что-то смесь GTA Online. И, ну, тут можно миссии выполнять, можно просто команда на команду. То есть есть полицейские, тут есть и, как бы скажем, бандит. То есть что-то... есть режим как Counter-Strike, похоже, но там можно в машины садиться и так далее. А есть миссии выполнять командами там по 4 человека. За это получаете деньги, на деньги... С отрядом. Ну, с отрядом, но это улучшаете свое оружие, покупаете там вещи, машинку улучшаете, разные машинки. В общем, такая интересная игра, мы в нее играли. Вот вы сейчас подумайте, я буквально такая... чуть информации в начале. Мы в нее играли до того, как вообще начали снимать вообще на Ютубе, то есть до ноября 2012 года. И Хамеру тогда было 6 лет тебе было, получается? Наверное. 6 лет, да, и до вот, то есть в 6 лет он в эту игру играл и занимал первые места. Вот вы увидите, режим там на Counter-Strike похож. Поэтому вот. А сейчас мы в нее не играли ровно 2 года по причине того, что вначале не играли. Ну, почему-то не играли, я не знаю. А потом у нас она не запускалась, то есть через 5 минут вылетала и писала, подождите 15 минут. И это продолжалось... целый год или полтора. Мы очень хотели ее записывать. И вот сейчас, наконец-то, не знаю, может, какой-то патч сделали, может, еще что-то. Вот у нас она стала запускаться, вроде как, играть. Мы ее будем достаточно долго снимать, потому что она нравится мне, нравится Хамеру, это основное. И, конечно, если, ребята, вам она будет сказать, то мы ее, ну, не знаю, будем меньше снимать или не будем. В общем, не буду долго говорить. Смысл, в общем, игры такой: зарабатывай денежки, улучшайся себя, выигрывай, значит, в сражениях, либо в задании выполняй, и, собственно, все. А вот это, где мы сейчас, это тут можете себе одежду сами как-то красиво делать. Я, в общем, бегаю тетенькой такой. Ну, я давно это как-то хотел, сейчас бы я, конечно, дяденькой бегал. Да, и можно, несколько персонажей делать. То есть один человек, можно несколько персонажей делать за бандитов, за полицейских. Мы пока сейчас за полицейских, потому что у нас здесь деньги есть. За бандитов. Давай нету. Это... Все, давай нажимай. Ты мне приглашение, слушай, дай. Чтобы в группу. Погоди, выбрался даже отряды и друзья. Я... Так, пригласить в отряд. Вот, принять игры. Игрек, я принял. Домик 72, эти танка 72. Вы завершили создание или вступить, да, в это? Теперь давай, запускай, где там. Мы не будем, ну, если вы захотите, мы покажем. Отец или пахнет? Наверное, мы покажем. Вот подожди, вот это вот покажи. Вот эти вот, видите, деловой район портовый, там выполняете задание. И тоже, вот. Да. И там получаете за это деньги. Задания на машинке ездите, выходите, стреляете, заходите, всякие различные задания. Как в, не знаю, в GTA Online, ну, в общем, защитить кого-то, напасть, что-то убрать. Ну, смотря, если за полицейских или за бандитов. Вот. Потом есть вот общая гона, там себе все, ну, читайте письма, не знаю, там, в общем, всячески там. Такой, не стреляйте. И есть вот психушка и Бейлин. Это вот именно вот нам больше нравится с Хаммером здесь. То есть там просто вы играете команда на команду, то есть полицейский против бандитов. И там человек тоже... 30 на 30. Да, там, ну, сколько там, много людей. И там, в общем, интересно. И на машине можно кататься. Нет, но там закрытая такая карта. Ну, то есть ограниченная, скажем. И там во время битвы... Ну, сейчас нажимай куда-нибудь. Оденете его. По идее, меня должно телепортировать. Где ты сам? А ты не выбрал, кстати, сервер. Ты наугад, а я не знаю, какой у тебя сервер.
Я же тебе говорил. А где там надо было выбирать? Ну, на... стрелочки такие, там серые выбираешь. Может, мне все-таки телепортнет к тебе? Нет. Нет, тогда... Тогда выходи, я не знаю, какой серый. Выходи. Сейчас, ребят, мы разберемся, мы два года не играли да, в эту игру. Да, где тут выйти отсюда? Ну, Хаммер, ну побыстрее, время идет. Я думаю, ты чё? Давай, на крестик. Выходи. Ну, быстрее нажимай что-нибудь. Я не знаю, чё. На эскейп, на эскейп. На эскейп, еще раз на эскейп. А-а-а! Хаммер, дай мне мышку. Ёкси-мокси. Нажми на эскейп. Нет, значит, надо зайти куда-то. Где зайти? Вон, клавишочек. Я не вижу. Ребята, извините. На эскейп, сокровищника. Сейчас, мы выйдем. Так. Вот, выход уже... А, нет. Нет, это выход. Выбор района, вот. Вот, на этот. Только там на. Музыка играет. Убери музыку. Хаммер, ты что мне не говоришь? Тут, когда убивают, всегда музыка, я не знаю. Нет, когда убивают, это нормальная музыка. Да, тен-тен-тен какая-нибудь, да? Да, это всегда. Нормально. А, ну... Давай. Погоди, выбор района деловой, да? Какой нафиг, извиняюсь, деловой? Выбираешь ли психушка, либо Лейн? Так, а где тут так? Войти всем отрядом, да? Где ты нажал? Вот. А, так вот так бы и нажимал, войти всем отрядом. Вы уже находитесь в этой зоне. Я уже там нахожусь. Я уже тут нахожусь же. Зайди в другой район, побыстрее, Хаммер. Мы сколько времени ничего не делаем, ребятам не показываем. Ну, мы же давно не играли. Я тебе до этого, мы готовились, я тебе говорил, на что нажимать. Ты показал, как где оно, где эта кнопка. Ой, да, ребята, еще здесь, к сожалению, долгие, очень долгие загрузки у этой игры. 20 лет ждешь выход в меню, заход в меню, это просто жесть какая-то. И вот так вот ждем. 20, это может на паузу нажимать, ребята, чтобы смотреть. Нажми F10. Хаммер. Все, ты нажал? Да. Все, наконец-то загрузилось. Там, в общем, ребят, нажимайте зайти отрядом. Иначе вы не зайдете так, отрядом. Так, но я звук немного поменьше все-таки сделал. Сделай меньше звука, это красиво. Причем на игрок с максимальным авторитетом. Я вообще выключил его. О, это ты? О, привет. Ого, вот это прицел! О, у меня пистолет. Нас убили уже. Сзади убили. Ага. А, вот здесь на карте, кстати, есть точка воскрешения. Выбран там враг, воскрешение. И вот здесь вот список наверху. Так. На задании. В общем, какие-то значки, что-то значит, кого-то убивают. И можно есть машинку свою еще вызывать где-то. Вот, я, в общем, а как лезть-то, слушай, а? На F по лестнице. А, все. В общем, все, вот такой смысл бить. Да, нас будут сейчас убивать все время, потому что мы зачем-то взяли это снайперские винтовки. В общем, ребят, мы не играли два года в это. Активная зона воскрешения. Еще лагает сильно. Подожди, сколько у тебя FPS? 62. FPS? Ну, нормально. Не сильно, но иногда. Значит, это нормально, что музыка, когда убивает, лагает, да? Ну, а что сделать? Нормально. Как лагает? Покажи. Ну, значит, уменьшить надо графику, если у тебя лагает.
Сейчас сколько FPS? FPS сколько? 62. Ну это нормально. Резко падает на 20 иногда. Значит, уменьши графику. Ребята, посмотрите, будет у меня. Графика, графика, видео. Видео, видео, видео. Качество, где высокие, там сделай средние. Окей. Так, сейчас лучше стало? Ребят, сейчас мы настроим просто. Получше стало, нет? Ну, раз не лагает, значит лучше стало. Ну смотри, если что, еще уменьши. Просто мы эту игру ни разу не записывали, поэтому не знаем нагрузку на компьютер, какая должна быть. Уж извините, так. Я чувствую, мы зря с тобой вообще купили и вообще снайперки взяли. Ну, они бесплатные, так что нормально. На один час, в общем, да, там на один час можно бесплатно что-то брать. Поэтому вот такие дела в магазине. Ну, машинки можно бесплатно брать. На один час, ну, не все можно брать бесплатно. Может и все. Все, провал, чё? Мы проиграли. Ой, музыка сейчас еще играет. Ну, она такая, знаешь, секунды. Угу. А ты потише сделай. Ты сделал потише, нет? Да, и тихо вообще сделал. То есть она тихая музыка играет, в принципе, да? Угу. Ну, так, да. Насколько? Вот мой автомобиль. А, ты автомобиль вызвал. Да, можно вызывать автомобиль, но мое мнение, что вот здесь вот он вообще не нужен, этот автомобиль. Потому что автомобиль нужен на задание, когда выполняешь, куда ты едешь. А здесь, ну что, зачем он здесь автомобиль? Ну, давить кого-то. Кстати, у меня хорошая машина попалась. А? Хорошая машина попалась. Где ты? А? Блин, у меня граната была. Тут разные зоны, кстати, есть. Видишь, есть какие-то желтые, есть что-то. Тут, ребята, за 2 года игра поменялась, ну, достаточно, и поэтому мы можем что-то не знать тут. Именно вот эти значки какие-то появились. Так далее. Я тут сижу, никого не вижу. Где враги-то? Какой-то просто. Подожди, мне хочется посмотреть, что здесь на карте есть. А карта-то большая. Ой, а я, слушай, а если ты не убираешь ничего, тебя это самое... тебя телепортируют, в общем, ну, в какую-то основную точку, если ты ничего не убираешь. Ну да. Новый автомобиль. В продаже появился новый автомобиль. А я, мне-то как? А как вызвать автомобиль, слушай? А? На F. Я нажимаю, у меня ничего не происходит. Сзади посмотри. Вот автомобиль. Ё-моё, меня так убивают. На, надо автомат здесь. Я тебе говорил на автомат, снайперку. Я не говорил, ты сам потом заходил в снайперку. Ну что ты говоришь, снайперку я тоже знаю. А можно где враг... О, а можно телепортироваться, где враг близко. Я еще, ты представляешь, я ни одного не убил еще никого. А, я почти. Что надо автомат. Как мне поменять на автомат, а? Надо было автомат купить. Ладно, ребят, мы в следующей серии автомат возьмем. Это жесть какая-то. Это просто жесть. Я поменяю жесть. На автомат просто. Это просто жесткач какой-то. Ну наш, ну чё, он не ехал? Нет, может здесь снайперка и нормально, но... Не знаю вообще. Не-не-не, надо автомат. Может это мы не умеем снайперкой играть? Не, ну понятно, что... Ну что с снайпером играть? Зашел куда-нибудь, залез там. Я так и делал, я много убивал так.
отличное место. Я никого даже... Я даже выстрелить не успеваю никого. А я могу вот сейчас здесь зайти в магазин, не знаю, купить автомат? Не купить, а если он у тебя есть в шкафу, то можешь его взять. А как мне его взять? Инвентарь. Ну, если... О, инвентарь, все, я бегу в автомат. Ну нафиг вообще это все. А я не могу ничего сделать. А, ну значит нельзя. Это жесть какая-то. Что смешного-то? Специально сделали. Чтобы, например, если не... Короче, я как этот, вообще, придется с пистолетом бегать. Снайпер с пистолетом. Не, а ты вот убил кого-нибудь снайперки? Вот сейчас вот убил кого-нибудь? Да, я в соучастии был. А? Я в соучастии был. В соучастии. Абсолютно. В соучастии. Где, откуда? О, на пробел. Я хоть вспомнил, что на пробел прыгать можно. Это у всех выиграл почти. Нет, одного хотел убить, его убили. Представляешь? Где кто-то? Тебя нормально не тормозит? Нет. Блин, я отвлекся, меня убили. Да что ж ты будешь делать-то? Сам отвлекся, я не виноват. Я тебе не говорю, что ты виноват. Я тебе говорю, что... Что? Я его убил, почему соучастие только? Почему? Так, это противник автомобиль. Давай, залазь по лестнице, быстрей. Да, если в игру не играл 100 лет... О, это наш, я нашего убиваю. Ну тут убить нельзя нашего, по идее. А, знаешь, я... Я даже наушников... Я подошел к машине, хотел сесть в нее, а она взорвалась. Нормально. У меня тетенька розовая, в розовом... Ты убил кого-то. Да, неужели? Тетенька в розовом, ой, с розовым этим пистолетом, ой, или пушкой, я не знаю. У меня тетя все красное. А потому что тебя, может быть, поранили, нет? А, ну да. В общем, ребята, здесь, не знаю, надо автомат. Ой, как перепрыгнул круто. Как-то, не знаю, с лестницы на лестницу. Спасибо, Наш, что убил меня. Меня Наш убил. А что, можно убить, что ли? Да, спасибо, Наш. Спасибо. Ё-моё. Спасибо. А нет, кстати, тут он... Либо не поможет. Так, я свою машину села. Давай, Наш, поехали. А, он не стреляет. Нет, уезжаем. О, у меня еще эта винтовка-то снайперская, она однозарядная. У меня не однозарядная. Ё-моё. А как вообще музыку тут включить? А ты можешь вообще убрать звук в этой музыке? Нет? Ну, попробую. Когда убью сейчас? Нет, вообще вот опции. Аудио. Просто еще тише сделать. Сможешь? Сейчас. Аудио. Еще тише? А, не, ну что-то так вот. Ну так слышно все равно что-то. Да? Ну, немножко машину, что ездит, слышно. Ну, вообще, если напрягаюсь, то что-то слышу, а если просто так ничего не слышу. Нормально. Провал. Проиграли мы. О, у меня вообще-то пушечка-то однозарядная. Да что ж ты будешь делать? Погоди, а можно поменять на автомат сейчас? Да, можно поменять на сейчас автомат. Сейчас можно? Да, быстрее. А я не могу. А где поменять?
Давай, заряжайся автоматом. А где? Надо где? У специального магазина, вон, да, у того. Быстрее. Прыгай. Быстрее. Все, автомат есть. И нажимай. Все, на И. И нажимай. И нажимаю. У меня ничего не получается. Да, измени. Фу. Я не успел, меня убили. Я что-то автомобиль взял. Где этот самый автомат? Я не знаю. Да что ж ты будешь делать? Ты не успел автомат взять. Наш на моей машине. Где автомат? Да где-то. Во-во-во. Нет, все, снайперка здесь не нужна вообще. Вот он, автомат. Автомат, быстрее выбрать. Фу. Он заражается. Слушай, а как гранату кидать? Не знаю. Да жесть какая просто. На, задавил! Подожди. Все, машину! Я уже открывал дверь. Как кидать гранату? Ты без автомата и пистолет. Вот у тебя винтовка какая-то. Ну вот этот какая-то. У меня такая же есть. О, хоть нормально. А, ну я ее тогда тоже возьму. Фу, все, ну нафиг снайперку. Ладно, бесплатно взяли. Я все равно на крышу полезу. Да хоть под крышу. Гранату как кидать? Ты у меня спрашиваешь? Ну, я у тебя спрашиваю, Г. О, Г. Ты Бу. Ну да, Г. А у меня одна граната или две? У меня две гранаты. Бесконечно. Да ты издеваешься, не может быть. Две. А где у меня сколько гранат написано? С автомата убил, Олег, не убил. Где пишется, сколько гранат осталось? А, у меня две гранаты, все. Отлично! А вот флешки, их надо захватывать? Флешки не надо. Triple kill! Троих убил одновременно! У меня тормозит, Хаммер. Да. Все, я делаю на минимум. Я на втором месте. Так у меня ясно высокие. На самый низ делаю это видео. Самый-самый низ делаю. Я на втором месте, и на третьем уже. Я твоих убил. Да, трополки. Так, подожди, почему у меня в окошке-то идет? Или даву. Алло. Ну весь экран. Фу. А, задавил. Нет, у меня там нет. Вообще я на самый низ делаю видео. Минимум. Вообще минимум. Разрешение вообще самое маленькое. Ты в окошке играть будешь сейчас? Нет, я на весь экран, но маленькое разрешение. Ё-моё, что у меня с разрешением-то? Чё смешного-то, а? Ну просто, ничего. Так, я поменяю себе оружие. Изменить. Фу, да что ж ты будешь делать-то? Я же могу в каком-то таком маленьком окошечке вообще, молюсь и сюсюсеньком. О! Самое плохое разрешение. Это круто. У меня на весь экран квадратики просто. Это очень хорошо. У меня, знаешь, у меня это жесть просто, что у меня тут. У меня просто кошмар какой-то. А еще есть плавная смена кадров. Можем ли смена кадров убрать? Совместимость с мультипроцессорами. Жесть какая-то. Просто качество минимальное. Качество минимальное. Так, сейчас. Ребята, извините, я тут это. Ты, Хаммер, говори, что я тебе пока настраиваю. А что говорить? Я езжу на машине просто. А, ну говори, что. Так, сглаживание. Общие опции. Ничего не вижу. Статичный прицел, динамические никакой. Тени. О, вон, давай, задавлю. Интерфейс здоровья. Рендеринг. Вот это. Зачем мне рендеринг ресниц? Он прыгнул. Это пипец просто.
обычные принты. Все вырубаю. Мы тоже вместо едем. Ты не хочешь машину поменять? Они за тропия. Это наш? Нет. Да что такое-то, а? Подождите. Вон он, но я его не задавлю. Когда мы начинаем снимать, начинайте звонить. Пипец какой. Я застрял на машине, окей. А, ну-ка, подожди, сейчас я посмотрю. Будет у меня тормозить, нет? Слушай, а я не могу выйти. Ой, отлично, музыку не слышно. Как это? Что ты сделал? Ну, я маленько-то, помнишь, делал? Слушай, я застрял, выйти не могу. О, спасибо, меня хоть убили. Ага. Представляешь, я где-то возродился, я не могу выйти оттуда. Тебя же убили как-то? Там выход был. Ну, через сетку, там сетка вокруг была. Я видел, там проход был вроде. Я ничего не видел. Значит, ты не видел. А ну-ка, у меня сейчас, сейчас гранаты мои появились. Во-во-во-во-во, получай, на-на-на-на-на-на. Готов, готов, блин, со спины. Со спины, нечестно. Во. Я ни одного еще не убил. Я четверых, или пятерых. Это вообще за все время. Я четверых, а на третьем месте. Опа. О, у меня медаль, у меня медалька. 250 очков у меня. Дали. И что, охотник за головами или как там? О, я взорвал. И я взорвал, или кто взорвал? Ну, если ты... Ты с чего вообще выстрелил? Че, я... Не, вот этот самый... Так, машину тебе подвезти? Баба. Я тебя подвезти могу. Я сзади. Кого, меня? Да. А зачем мне куда-то везти? Я если пешком не знаю, куда идти, ты мне еще везти хочешь? Да я мимо тебя проехал, ты меня не увидел. Я вижу тебя, ты врезался там. Да я на ровном... Слушай, а тут надо, тут флажки какие-то захватывать. Я у тебя отображаюсь офицер первого ранга. Я офицер уже. Первого ранга? Да. Провал. Нет. Ну, в общем, давай на этом закончим. Эту первую серию. Такая была вводная серия. Мы сами вспоминали, как вообще играть. Угу. Потому что, ребята, мы 2 года не играли в эту игру. Игра прикольная, вот нам именно нравится здесь. Ну, вот там, где задание выполнять, там все то же самое, просто ну, в открытом таком большом достаточно районе выполнять какие-то задания, по-моему, 4 на 4 человека, если мне память не изменяет. Ну и, собственно, все там, ничего такого нет. А здесь вот, не знаю, здесь прикольно, здесь просто как вот Counter-Strike такой, знаете. Привет. Привет. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ой, меня уже убили. Пишите комментарии. Интересно вам, не интересна эта игра? Можете установить. Она, да, игра бесплатная. Ссылку оставим на ее. АПБ, релат. Ну, я оставлю, но вы можете так ее, конечно, найти. Она в компании For Gaming. По-моему, это... В общем, та, которая Lineage, русификация занимается, локализацией у нас, та и компания вот это вот, АПБ, делает. Нет, тихо слышно все равно музыку. Ну, не страшно. Я там свою музыку сделаю, вообще будет ничего не слышно, не видно. Слушай, а где было вот небоскребы? Помнишь, мы на небоскребах бегали? Ну, ничего, мы сейчас... В общем, всем спасибо, всем пока. Всем пока.